Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об истинном красавце среди орхидей. Это орхидея цимбидиум. Цимбидиум – одна из самых крупных орхидей в своем мире и одна из самых красивых орхидей. Вот когда вы видите в букете срезанную орхидею, вот это как раз и цимбидиум, потому что у него цветонос большой, цветки крупные, и он прекрасно смотрится в срезке. Но в горшке он смотрится еще красивее. Разнообразие цимбидиумов, окраски цветков очень большое, но у всех есть характерная такая вот губа, которая всегда какого-то другого цвета, и она освежает и вот придает эту такую характерную прелесть вот этому цветку. Обычно цимбидиум к нам попадает из магазина. Растение не дешевое, поэтому хочется его сохранить. Что в самом начале нужно сделать с этим растением? Во-первых, осматриваем листья, чтобы не было здесь никаких заболеваний и никаких ненужных насекомых. И все равно, прежде чем вы поставите его на постоянное место, цимбидиум лучше всего опрыснуть сначала фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, и потом опрыснуть каким-нибудь инсектицидом для того, чтобы, если и остались какие-то вот в пазухах листьев возможные личинки или кладки яиц, это уничтожить. И еще сделайте такую вещь. Возьмите большую какую-то емкость, поместите туда прямо вместе с горшком и минут на 20 все это дело залейте водой. Прям заливаем водой так, чтобы она была до края горшка. И оставляем в таком виде на 20 минут. Когда почва промокнет, если там и есть какие-то почвенные вредители, они вылезут на поверхность. Когда пройдет 20 минут, достаем растение, даем стечь воде и осматриваем поверхность растения. Внимательно осматриваем, смотрим, чтобы не было каких-либо почвенных вредителей. В принципе, их быть не должно, но всякое бывает, поэтому лучше себя обезопасить. И после того, как вы проведете все эти процедуры, вот тогда ставим растение на постоянное место.